Oops. Аккуратненько, конечно. Как все мы понимаем, каждая история начинается из детства. Кто-то сказал, мы родом из детства. Поэтому мы туда сейчас с вами и отправимся. Вообще мы с вами отправимся в чудесную страну воспоминаний, ведь единственное, что у нас точно есть, это воспоминания. Вы можете просто развернуться на 1000 градусов в сторону вот этой беседки и посмотреть, что же там происходит. Дорогие друзья, мы с вами в обычной советской школе. Только ведите себя тихо, дабы не спугнуть воспоминания. Я думаю, что это где-то конец учебного года, весна, эти изморенные учебы и дети только ждут, когда же начнутся каникулы. Буквы уже сложно попадают в память, они нервничают, и вот появляется учительница. Потом это там не было. Поздравляю, вы замечательно написали контрольно. Завтра у нас начинаются каникулы. Ну, пока. Неожиданно, но очень приятно. Над нами солнце светит, не в жизнь, а благодать. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. А нам говорят, что хватит. Пойдемте за ними, дорогие друзья, может быть, это что-нибудь расскажет. Интересного. Устал я от этой Антона, опасности. Где же вы? Да, вы здесь. Слушайте, все это мы оставим в прошлом. А, пожалуй, вот ту белую рубашку возьмем с собой. Жилетку, да, я тоже прибавлю к этому. А встать бы на рассвете, убрать бы стол тетрадь. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. Это элементы из прошлого, которые нам обязательно пригодятся. Просто сделать пару шагов вперед. Рвануть в лето. Знаете, наши герои, они расставались каждую весну и встречались каждую осень. Конечно же, параллельно они взрослели. И вот наступило какое-то следующее лето. Они выросли. Давайте посмотрим, что же произошло там. Понимаете? Однажды, это случается обыкновенно мне сразу, ты вот так вдруг увидишь и реку, и деревья, и девочку, и то, как она улыбается. Кажется, что ты и раньше все это видел тысячу раз, но в этот раз вдруг остолбенел, внезапно пораженный. Невообразимо прекрасно. Эта девушка. Эти деревья. Эта река. И то, как она улыбается. Это обыкновенно означает, что тебя настигла любовь. Ладно? Да.